Ну что ж, возвращаемся мы к вам после ре рекламно-музыкальной паузы совсем небольшой коротенькой. Напоминаю, что с вами рухап и такой замечательный турнир, как Dota 2, Canap Cup Season 7. Это плей-офф. Встречаются такие команды, как FDL и Digital House. Формат данной встречи Best of 3. А, победа первая была за Digital House, и мы врываемся на вторую карту. Напоминаю, что у микрофона по-прежнему для вас работает Джем. Возможно, кто-то не в курсе, кто-то в... Ну, кто в курсе, скорее всего в курсе. Но это я, если что Ну что, давайте посмотрим, кто у нас что забрал. Виспа себе забирает Digital House на first peak. также Nature's Profit заезжает и ДК в мид на этот раз. Ну и в свою очередь FDL отвечает пиком опять же Дума и опять же Вич Доктора. Видимо, ребята решили, что может быть не до конца все получилось в прошлой игре и забирает этих героев себе опять же снова. Ну и в бан у нас отъезжает также Слардар, Алхимик, Druid и Инвокер от FDL. Ну и в свою очередь Digital House банят Баунти Хантера, Dark Дарксира и Бетрайдера. Вот такие вот у нас баны Ну что, что заберут себе FDL на третий пик? Вот в чем вопрос Так, надо проверить, везде ли меня слышно А то сейчас могу с вами сидеть болтать а, <coughs> а меня вообще не слышно, может быть Всякое бывало Да, все нормально работает Лина, заезжает для FDL-ов, интересный пик Линный инверс Если кто не знает, не устану это повторять Да, это Лина инверс только вопрос в том, куда она пойдет. Неужели она пойдет в мид против ДК? Интересно будет посмотреть, как раз таки за этим противостоянием, или все-таки это суппорт Лина. Ну и думают, пока у нас Digital Хаус над пиком второго саппорта, недолго они думали. Заезжает Дизраптор. Мне вот просто интересно, что зайдет сейчас под стратегию Виспа. С кем-то. Да, в принципе, любой хороший Керри может подойти. Тини по-прежнему не в бане. Можно взять ЦК тоже он нигде у нас не отмечен пока еще неплохо заходит? Да, в принципе, любой. Мурса какая-нибудь там. Хотя я не думаю, что такая наркома не появится. Возможно, будет такая расстановка, что, что сейчас на Ласпик заедет спектра. А, просто будет глобал стратегия с виспом. Вис будет помогать ДК в мите периодически. Фурион там стоит быть в оффлейне. Дизраптор также саппортит спектре. И просто там они пофармят минут 15 и закончат эту игру на изичах, как вариант. Не знаю. Вопрос в том, что себе заберут FDL на четвертый пик. Есть у них оффлейн, есть у них саппорт. Насчет Лины не уверен в плане мид'а. Возможно, она также пойдет на саппорт роль. Рики Мару. Окей. Где-то я видел уже Рики Мару на саппорте. Это все-таки Лина в мид. Рики саппортящий. Ну ладно, посмотрим, как хирург себя оправдает. Да. Интересно, интересно будет понаблюдать, как Мемис и компания справятся как раз-таки против Digital House именно этим пиком. Не так часто мы видим именно Рики Мару в игре. Понаблюдаем. Или это Рики Кэрри для Мемиса? Интересно. Банится Геракоптер у нас от а Digital House. И что, что здесь стоит за бани для FDL? -ов? Ну, я не знаю, тут много вариантов много чего может войти. Все не перебанишь. Спектру банти. Без разговоров. Спектру, либо какого-нибудь... А, ЦК. Не знаю. Я не думаю, что тот тени мы увидим. Ну и призадумались немножко и в дело, так же, как и я, остается у них 30 секунд дополнительного времени. Кстати, отметьте, что Digital House практически ничего не потратили, это тракса. Да, кстати, да, забываем мы про фактор Draw Ranger, который может заехать на Last пик И тут она, кстати, не очень, допол... очень хорошо даже дополнила бы стратегию пуша, но мы ее не увидим. Ну и недолго думая в дело забирает себе Сларка на пик Ну нужен теперь герой, который справится со Сларком. Джаганат. Недолго думая. Ну тоже неплохой герой в целом. Да. Ну что, еще раз напоминаю, кто к нам только что присоединился, что формат данной встречи Best of 3 1-0 в пользу Digital House они ведут. А, и мы врываемся на вторую карту. Вот как-то так. Посмотрим, посмотрим на стратегию FDL-в. Действительно ли выстрелит эта стратегия с Рекимару с саппортом? Ну, как-то мне кажется, что, ну, не знаю, не очень как-то. Все-таки ну, сопортящие Рики это такое, тем более тут герои. Ну, кто, кого он может убивать? Виспа, а остальные то плотные ребята. Ну, может быть, еще Фуриона понапрягает. Ладно, ладно, не буду я раньше времени машнить, посмотрим на реализацию в любом случае. Разбирают нас пока ребята героев, давайте пройдемся, наверное, по игрокам, кто на ком будет играть. Начнем мы с Digital House, так как они пикнули. Ой, сейчас нас опять, наверное, поставится с паузы. Ну, конечно же, стратегическая пауза. В начале каждой игры. Давайте начнем, посмотрим мы, кто на ком будет играть. Мизери, конечно же, будет играть у нас на Виспе, Резолюшн на Кэрри гернауте. Виха в миде будет стоять на ДК, Сакса, конечно же, будет играть на Дизрапторе, и Му в оффлейне на Фурионе. Ну и, в свою очередь, у Ивдиэла Фронс будет играть на Реки Рикимару, МГВ будет играть, конечно же, на Думе, Стэн Кинг будет играть у нас на Вич Докторе, как и в прошлый раз, Сиси в миде будет стоять на Линии Инверс, и товарищ Мемес, конечно же, будет играть у нас на Сларке. Мемес. DC Ready. Странная, короче, пауза у нас в начале. Ладно, не суть пауза. Пауза отжимается. Начинается у нас вторая игра сегодняшнего матча. Ну и Рики Мороже побежал. Сопортить у него там есть два варда. Нужно расставлять вижен, понятное дело. Кстати, смоки есть у ВИЧ-доктора. Могут попробовать как-то обойти, подцепить кого-то. На ранней агрессии поставил здесь один вард, чтобы видеть все дело у нас, товарищ Фронс. Ну, сейчас еще второй воткнет. Еще Джигернал тут увидел. Ну что, будет ли у нас какая-то ранняя агрессия на руне? Очень мне нравится, когда у нас драки начинаются до начала самой игры. До отчета таймера бегает тот Сакса. Кстати, он вот тут отбился вроде как от стаи, но нет, Трикимара тут пошел совсем уже во все тяжкие. Сейчас везде варды понатыкает свои. Да, интересный, интересный пик. Ну что, нет, не будет у нас, конечно, скорее всего, с каких-то стычек. На топе, скорее всего, заберут и в дело для себя руну. На боте, в свою очередь, а тут вихи. В свою очередь, также руну. The game is on. Это... Начинается у нас вторая игра, расходятся у нас игроки по лайнам. Ну и давайте посмотрим все-таки расстановочку в целом, кто, как и где будет стоять. В миде мы видим, у делов конечно же, будет стоять у нас Лина. Здесь у нас Фронс хочет подрезать курьера, я так понимаю, он отыгрывает роль БХ своего рода. А, в миде будет стоять также противостоять линия Мизери, я так понимаю, какое-то время он будет рядом с Вихой, помогать ему отхиливать его все дела. Вот тут вот, вот. уже далеко зашел у нас Фронс, курьер, ну... Но... Не везет немножко. Рикимару, что по остальным лайнам? Резолюшн соло, я так понимаю, будет стоять против Дума. Дум там пошел искать крипов. А крипов заблочил у нас Сакса. Вот как-то так говорит: Крипов нету. Кто-то своровал крипов. И пока вот такая вот у нас расстановка по, ла по лайнам. А, ну, ну и топ я забыл, конечно же, му будет стоять против Вич-доктора и Сларка. Ну, опасно будет Му, если он далеко зайдет, конечно, безусловно. Его могут тут подцепить, нужно поосторожнее играть. Но в целом парень опытный, так что можно за него не переживать. Рикеймару тем временем... Пере... Ох, какой у нас центряк поставил и спалили это дело все тут. Товарищ Сакса спалил, знает прекрасно, где находится Рики. И не боятся его. Резоль на полном фрифарме. Дум там пытается что-то себе подмашнить. Пошел здесь отводик. Все это дело прекрасно видит у нас Рикемару за счет того, что воткнул здесь вард. Ну, убегает у нас Саксы, кстати. Могут его подцепить. Дум есть, Рикемару есть. Но Рикемару пока только первый левел. И у Дума, к сожалению, тоже ему бы какую-нибудь землю себе. Рикемара начинает разминать Саксу. Тем временем, кстати, больно очень у нас Дезераптору. Дезераптор не самый плотный персонаж. Ну и 3 хп он ему сбрил все-таки. такое. Дум наконец-то намашнил себе второй левел. Аризоль себе покупает топорик, тапочек. Кстати, очень интересный затар. 6 тангусов. Неужели он думал, что тут КД будет кто-то разминать по ХП, что ли? 6 тангусов это сильно. В миде нас тем временем начинает напрягать Виху потихоньку. Но Виху, Виха тоже не самый слабый персонаж в игре. Тут как бы. Тут, кстати, не вовремя поставили. А, Вар съел. Все правильно, съел у нас Рикимаро. Так что пока вижу, нет детекшн на инвизеров, так если что. Еще баунти руны сейчас для CC будет. Ну и мизери, 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 <laughs> мизери переместился на топ тем временем помогать своему тиммейту, Тут есть, если что, Рикимару с иллюзиями, но... Ну, если уж нападать, то нападать на Виспа. Как вариант. Ну и пока все у Ризоля очень даже хорошо. Перефармливает он своего оппонентно... Понят... оппонента, понятное дело. В миде также все неплохо у Лины Инверса. Она тоже фармит, вполне себе может себе позволить. Виха немножко отстает, но это не критично. Есть у нее, если что... Нет, я почему-то подумал, что это у него ботл. Это ботл, конечно же, у Лины. Ботла у Вихи нет. Есть, в принципе, Висп. Тут у нас вот далеко зашел немножко Му. Стопит его Рикимару. Но нет, нет, не будет никакого нападения. Так, и я вижу, там Фрион прилетел. Глимсанули тем временем у нас, товарищи MJW. он пока не юзает Блэд но не падают дальше. Потому что уже тут земля. Под землей драться смысла особого нет. Плюс реген огромный, дума. Ну и будет какой-то пуш своеобразный. Да, Фреон призывает пеньков. Поставили вард Джиггернаута. Сейчас отхиляются. И прогоняет Дума отсюда. Тем временем, Рикимару, вот он тот самый саппорт Рикимару, он просто пока... Единственное, что он делает, это он бегает, стан залетает нас по линии, но он понимает, что далековато зашли. Он начинает угрызаться в Мизери, но Мизери также не взять. Рикимару также уходит, ну и в итоге провальный ганг очередной от команды DC. Ну а тут уже размен в раме, я так понимаю, да, пошел, потому что здесь-то один забрали, тут пытаются на топе также подпушить, а, но долго будет бить можно, кстати, и подефать. Прилетел сюда, если что, му. Забирает крипов на себя, не дает запушить таур. Есть катапульта, вот это приятно. Катапульта будет пулять. Увы. Да, суппорт Рики пока себя не оправдывает. К сожалению, в, этом, в этой игре пока ничего он особо толкового не сделал. Есть у него один крип добитый. Отличный результат. Ну, хотя, с другой стороны, мы видели и БХ. В коем разе, там бывает, что хуже даже дела обстоят у него. Машнит здесь левел, наставляешь фронт. А левел-то ему как раз-таки очень даже и нужен. Ну что, минуло у нас 5 минут игры. Пока ничего, никаких накалов страстей нету. Нет ни ФБ, ничего. Пытались тут как-то Лину напрячь, но тоже без вариантов он держится далеко, нет, тычка там, рейндж огромный. Чтобы подставиться, это нужно еще постараться на ней. Ну и как-то все скучновато. В прошлой игре все повеселее было. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что какая тут агрессия. Сейчас оставит Резоли пофармить у нее. И так все прекрасно, что там ему уже летит. Ему летит уже а это для Вихи Шлем а, Ему летит э, Аквила Я так понимаю не, Да, части от Аквила Аквила себе будет собирать Резоль Там уже части от э, Мордигана Также летят мид для Драгон Кнайта У него сейчас будет э, шлем Железной Воли У него будет очень много регена Будет много армора Пробивать его вообще нереально будет Подрубает форму у нас Виха Начинает врываться на товарища СиСи Но там на хасе так э, Мизери тем временем Попадает под стан Залетает э, у нас Лагуна Блэйд Но выживает в итоге Мизери На вот... Сиси не выживает, к сожалению. Могут, кстати, подцепить Стэн Кинга. Стэн Кинг, тут уже Дум, если что, на развороте заходит. Но у Дума, Дума нет. У него есть сетка, если что. Но он очень хочет, наверное, Виспа подцепить. Но Виспа на хосте его не взять никак. Продолжается замес. Вихи очень больно. Ну как больно? Относительно больно. Стэн Кинг намного больнее. Также Стэн Кинг умирает. Мизери очень сильно, очень жестко на Карполях живет. Глинс пошел тем временем на Мэмиса. Мэмиса отправили, говорит, иди, говорит, в свой двор. Как говорится, и умирает также и Дум. В итоге это три фрага в исполнении команды Digital House Только сейчас умирает нас Misery Пошел на смок от Рики Также подстрелил тут у нас немножко Муму Тоже умрет, но в свою очередь Лина также умирает уже во второй раз Рики Мару также задули Это в итоге пять фрагов э, от команды Digital House И потеряли они только двух у Флейнера и Саппорта Отличная драка Еще Тавра заберут какой-то конвейер гейминг устроили тут и в дело, если честно. И вот, совсем непонятный. Могли бы просто отдать одну лину и уже не драться за этот тауэр. Я не знаю, зачем они врывались. Жадность. Ну и давайте посмотрим, наверное, по нетворсам уже уж после таких замесов. Да, пока все еще не критично, как говорится. До 15 минуты, до 15 минуты можно и пофидеть, почему бы и нет. По голде небольшое преимущество, конечно, есть за командой Digital House. По XP также не критично, даже несмотря на то, что они сделали 5 фрагов подряд. Так что все еще вполне отыгрываемо. Тут, кстати, обходит в спину тем временем Му. Но почему-то Мемис не хочет вообще атаковать. Хотя есть ри рядом Рикич. Му. Мансит. Нет, попадает под паунст. Смог пошел от Рики. Ну, Какая-то такая себе агрессия. А вот на развороте Виха врывается неплохо в Мемиса. Мемис отправляет в таверну. Что делают FDL? -ы? Я не понимаю. В любом случае, это очередной фраг для команды Digital House. Ну и сейчас, скорее всего, Тауэр также упадет. Есть форма ДК. ДК вообще фулова, Есть пеньки Фуриона. Сейчас быстро упадет. Прожимает Глиф, но дефать никто не будет. Тут у нас на боте тем временем Дум сейчас тоже подстрянет. Пошел у нас Статик Филд. Джаггернаут начинает грызаться в Думу. Ультимейт Фуриона. Фуру уже здесь тут как тут. Умирает у нас в очередной раз Думчанский как-то очень невнятная игра от команды FDL в этой, вообще в целом. Вот этот вот Рикимара у себя не может никак не реализовать. Мэмис прыгнул во всем временем в Ризоле. Подцепил в итоге он товарища Му. Ультимейт пошел от Мэмиса. Раскруточка. Очень больно Фронзу. Фронз сейчас, скорее всего, умрет. Да, умирает. Также там умер у нас нет, не умер у нас в итоге никто. Вот так умирает у нас еще и товарищ Танкинг. В итоге забрали только одного Фуриона. Тут Мэмис под ультимейтом бегал. Также еще и Мэмиса потеряли. Это один в три размен. Что делают и дела, я не понимаю. Ну, зачем они так играют? Зачем они давят под ТВР? -а, чтобы убить какого-то оффлейнера одного. Когда вы в меньшинстве уже. Это крайне странно. Но это очередной фраг для команды DC Тут вот Пытаются резолюшн напрягать Кстати, у резолюшна есть ультимейт, может еще на развороте И навалять обоим Такое себе Фурион Погоня за CC Ну нет, CC уйдет здесь, понятное дело Очень большой спит не взять а, Что мы имеем по графикам После всех этих замесов, да, мы видим Укрепляют свои позиции команда Digital House Уже за 3500 перевалило Преимущество по опыту, за 5000 по голде вот так вот на 10-й минуте. Ну и у Мемиса пока все очень плохо по фарму. Мемис по, нет, по нетворсу, так же, как его оппонент в оффлайне Фурион примерно. И вот этот вот саппорт Рикимару мне тоже крайне не ясен. Пока себя он никак не реализует. Выход на виху. Виха подрубает форму. Пошла каска. Каска не попрыгал, ни по кому очень больно задувает Стэнкинга. Задумали тем временем Виху. Вихи, кстати, активированный армалет. Он может очень неплохо жить. Очень больно тем временем Рикимару. Рикимару должны забирать. Да, Рикимару умирает. Продолжается погоня за Вихой. Его бы задинать по-хорошему. Там Фурион тем временем Стэнкинга пытался забрать. Но нет, Стэнкинга улетает. В итоге Вих еще и выживает. Мизери, скорее всего, умрет. Да, Лагуна Блейд залетает. Продолжается драка. Тут очень больно. Также Дум. Дум отправляется в таверну. Также Илина отправляется в таверну. Это очередной размен только на одного саппорта коров, по сути, команды FDL. Ну как коров, только единственное, что в этот раз Мэмис, uh, конечно, не умер. Uh, провальная игра, провальная, честно. Я, <laughs> я, не знаю, тут явно видно разница в скеле, я не знаю, в действии, в, в целом, по игре. Начинает у нас Digital House пушить уже Т2 по миду. Понятное дело, что дефать этот товар никто не будет. Можно сразу перемещаться на бот, забрать последний внешний товар, зайти на Рошана и закончить эту игру. Такое преимущество, мне кажется, уже трудновато отыграть. Хотя всякое мы видели, всякое. Не будем раньше времени, конечно, машнить на команду. Хоронить. Так, Фурион там прилетел на топ тем временем. Я уже думал, там, там кого-то гангают. Нет, они просто решили пофармить крипов в лесу. Что там у Резолюш на времени? время? Поэтому у Резоли почти готова Саша Яша. Неплохо. Скоро появится. Тут Рекимару все бегает, разведочку дает. У него есть, если что, Сентряк. На топе начинается активный пуш от Фуриона. И Веспа. Понятное дело, что нападать на них вообще смысла нет помигали тем временем на Мэмиса. Тут у нас пытались уйти на Резоль, я так понимаю, но Резоль... Его вообще не взять, мне кажется, скоро будет. Ему бы 11-й намашнить, чтобы у него второй ультимейт был, и тогда можно вообще идти в открытую драться. Там со второй-то больше шансов убить кого-то, чем с первой. И медасик появляется также у нас у ДК. Ну а чё бы нет? Перетягивается сюда, опять же, Рикимару четвером тут уже находится FDL на боте. Могут и подраться. Кстати, вот в 2, в 4, почему бы нет, когда вы в большинстве с глимсанули на это время дома. Очень не вовремя ворвался Сакса. Саксу должны продавать. Резолюшн все прекрасно понимает. Стоит пока по таврам, но тем временем драка продолжается. Там убили тем временем виспа. Вис белый байбек. Нет, у нас только одного виспа забрали. Я уже думал, что еще и умер дизраптор. Дизраптор в итоге выживает. Виху, опять же, задумали. Не самый лучший таргет для дома. В итоге Виха сейчас выживет. Потеряли только одного мизери. Мизери сделал байбек и сразу вернул в игру. Но потеряли, в свою очередь, команды в дел Рики Мару. Вот так вот. И Рошан в копилочку Digital House. Сверху. 7,5 тысяч по голде. По XP за 4. Там в районе половиной Также преимущество Digital House. Сейчас упадет Рошан. И, в принципе, хотя на топе тоже есть еще внешний тавер, но я думаю, что по боту, наверное, ближе будет дойти. Да, это Аегис для Резолюшена. У Резолюшена есть уже второй ультимейт. Он его потратил, правда, в прошлом замесе. Ну и у нас сейчас будет активный пуш ТВР. Не уверен, что команде FDL стоит за эти ТВР драться. Наверное, если уж вы так проседаете, проще уже навязывать драку на своем хайграунде, как вариант. Да, отдают просто безответно два здесь на боте. И моментальная перетяжка Digital House на свою территорию. Тут в смоках тем временем находится CC. Хотят подцепить хоть кого-нибудь, но тут Виха, Виха не самый лучший таргет. А вот Саксу вполне себе могут прыгать реки Мару. Пошел на статик фил, да, ну, сбрили, конечно. Через ультимейт Лины. Дизраптора, конечно же, забирают. Ну да, так вы можете, безусловно. Ну и сколько там за дисраптора дали? Ну, не очень много. Надо реализовывать Аегис резолюшену. У него там уже, я так понимаю, диффуза. Да, следующим айтемом он себе, ск скорее всего, будет собирать. М -м, немножко не тайминговый стан залетел. Рикимару. Да, сейчас будет забирать последний внешний тавер у нас команда Digital House. Остался тавер только на топе. Фурион также уже здесь на месте. Пинков призывает. Бегает, конечно, дает вижу у нас Рикича. Рикича есть шестой, но в целом <laughs> я не уверен, что у него есть какие-то шансы здесь что-то сделать. Сюда бы вижен по-хорошему какой-нибудь поставить вот на